All right, let's get started. Хорошо, давайте начнем. In the last session, на прошлом уроке, we were looking at the new covenant. Мы смотрели на Новый Завет. In comparison to the old covenant. В сравнении со старым. And I expect you to go home and study this out. И я хочу, чтобы вы пошли домой и углубились в изучение. And one of the fastest ways to understand this. И самый быстрый путь, как прийти к пониманию. Is to read it directly in Scripture. Читать Писание. So I would encourage you to read the entire book of Galatians. Поэтому я поощрил бы вас прочитать все послание к Галатам. It's not near as long as you think it is. Оно не так уж длинное, как вы думаете. And just read through it all. Прочитайте все послание. But take your time reading each verse. Но остановитесь на каждом стихе. And make sure you understand it before you move on. И прежде чем вы будете двигаться дальше, чтобы каждый стих вы поняли. And then you can look at Hebrews. А потом обратитесь к посланию и в евреям. Because the entire books. Потому что вся книга. Of Hebrews and Galatians. Послание к евреям и галатам. Were written to correct the problem I'm talking about right now. Они были написаны эти послания, чтобы исправить проблему неправильного понимания того, о котором мы говорим сегодня. Because new covenant Christians. Потому что христиане Нового Завета. Kept trying to go back to the law. Они пытались возвращаться к закону. And going back to the old covenant. Возвращаться к старому завету. And the way they did things. И делали все по старым образом. Now I know none of you. Я не знаю никого из вас. Would ever think about offering an animal sacrifice. Кто бы подумал о том, чтобы принести животного в жертву. To cover your sins. Чтобы покрыть свои грехи. But that's in a manner what we do today. Но таким же образом мы поступаем и сегодня. When we go back to the old covenant, когда мы возвращаемся к условиям Старого Завета. And we try to live according to the old covenant laws, и мы пытаемся жить согласно Старому Завету. Then we are keeping part of it, тогда мы пытаемся соблюдать часть из Старого Завета. But we're not keeping the whole thing. А весь Старый Завет не хотим соблюдать. And the Bible says, и Библия говорит, that if you violate one law, что если ты нарушишь одну заповедь, you're guilty of all of them. То ты виновен перед всем законом. So the only way you can truly be free of the law, и единственный путь, как можно быть свободным от закона, is to understand that Jesus fulfilled it for you, чтобы понимать, что Иисус исполнил закон ради тебя. And now your duty, и теперь ваша обязанность, as a Christian, как христианина, is to do two laws, чтобы исполнить два закона, that I will tell you now what they are, о которых я скажу вам сейчас. A man came to Jesus once. Однажды человек пришел к Иисусу. And he said, which is the greatest commandment? И он спросил, какая наибольшая из заповедей? And Jesus answered him. Иисус сказал. And said, the greatest commandment. И он сказал, самая большая заповедь. Is that you will love the Lord your God. Возлюби Господа Бога твоего. With all your heart, mind, soul, and strength. Всем твоим сердцем, разумом и силой. Now that's what the young man asked him. И вот о чем спросил его молодой человек. What was the greatest commandment? Какая из самых больших заповедей? Jesus answered him. Иисус ответил. But then he added one. Но потом он добавил еще одну. He said, that's the greatest commandment. Он сказал, это самая великая заповедь. But the second is like the first. Но вторая, она похожа, подобна первой. And he said, you shall love your neighbor. Возлюби ближнего твоего, as yourself. Как самого себя. He said, on these two commandments, Иисус сказал, на этих двух заповедях hang all the law and the prophets. Стоит весь закон и пророки. So he said, if you do these two things, и он сказал, если ты исполнишь две эти вещи, it is just like keeping the entire law. Это равноценно, если бы ты исполнил весь закон. And then to better explain what he meant, и чтобы яснее объяснить это. He said, here is how you love your neighbor. Он сказал, вот как любить своего ближнего. You do to them, ты поступаешь с ними так, what you want done to you. Как бы ты хотел, чтобы с тобой поступили. Now, when we hear that, когда мы слышим об этом, we call it the golden rule. Мы называем это золотым правилом. And because we have thought like humans for so long, и по той причине, что у нас человеческое мышление на протяжении всего этого времени, we apply our human ideas, мы начинаем применять наши человеческие идеи to that scripture, к этому месту Писания. And it's not right. И это неправильно. We think, мы думаем, that what Jesus was talking about,
что Иисус имел в виду следующее. Was simply be nice to people. Что Он просто советовал быть добрым к окружающим тебя. And you should be nice to people. И нам нужно быть добрыми к людям. But that's not what Jesus was referring to. Но Иисус не это имел в виду. If that were true, если бы это было правдой, then if someone got sick, тогда если бы кто-то заболел, we would just take them soup. Тогда мы бы им понесли суп. And it's nice to do. И это хорошо. But that's human thinking. Но это человеческое мышление. We have to remember Jesus didn't think like we do. Нам нужно понять, что Иисус не думал, как мы думаем. He thought like God did. Он думал, как Бог. If a person was sick, если человек был болен, he didn't take him a bowl of soup. Он не нес им суп. He took the power of God to them. Он принес им силу Божью. And he healed the sick. И он исцелял больных. That's what he was referring to. Вот к чему он направлял нас. Now you can be nice. Вы можете быть добры and take them soup, и отнести кому-то суп, but with the soup, но с супом take the power of God, принесите и Божью силу and heal them at the same time. И исцелите больного в то же самое время. That's thinking like Jesus does. И таким образом вы будете думать так же, как Иисус. That comes from renewing the mind, и это приходит нам через обновление разума, like we referred to last night. Когда мы говорили об этом вчера вечером. Jesus, to illustrate this, I will say it this way. И чтобы проиллюстрировать, Иисус сказал. Do you remember the time? Вы помните? When Jesus had said, "I'm going to go to Jerusalem and be crucified." Когда Иисус предупреждал учеников, он сказал, я пойду в Иерусалим и там меня распнут. And Peter said. И Петр сказал. Oh no, Lord. О нет, Иисус. It won't be that way. Не так не будет. I'm not going to let it happen. Я не позволю, чтобы это произошло. Do you remember what Jesus said? Вы помните, что сказал Иисус? He didn't say, "Thank you very much." Он не сказал спасибо большое. I'm glad you love me so much. Я так рад, что ты заботишься обо мне. He turned to Peter. Он повернулся к Петру. And said, "Get behind me, Satan." Он сказал, отойди от меня, сатана. Now Peter wasn't a devil. Петр не был дьяволом. And the word Satan. И слово сатана. Means an adversary. Это значит противник, враг. And he wasn't demon possessed. И Петр не был одержим бесами. What Jesus explained next explains the situation. Что Иисус дальше объясняет это следующим. He said, "Get behind me, Satan." Он говорит, отойди от меня, сатана. He said, "Because you don't think like God." Потому что ты не думаешь так, как думает Бог. You think like man. Ты думаешь как человек. So Jesus. Итак, Иисус, compares thinking like a man, он сравнивает человеческое мышление with thinking like the devil, с мышлением дьявольским, thinking like an adversary against God. Как противник сопротивляется Богу. So we must change our thinking. Итак, мы должны изменить наше мышление. So that we don't think like a human. Чтобы мы не думали как люди. But we think with the mind of Christ. Но чтобы мы думали и имели разум Христов. And when you think with the mind of Christ. И когда вы думаете разумом Христовым. You begin to speak the words of Christ. Вы начинаете говорить слова Христовы. And you will begin to think like God thinks. И вы начинаете думать так, как Бог думает. And that's a good thing. И это хорошо. It's a good thing to think like God. И это прекрасно думать так, как Бог. And what you start thinking? И когда вы начинаете думать? When you see a sick person? Когда вы видите больного человека? You don't just have pity. У вас не просто жалость. And say, "Oh, you poor thing." И вы думаете, вот несчастный человек. You think like God. Вы начинаете думать как Бог. And then you are moved with compassion. И потом вы движимы состраданием. The difference between compassion and pity. Разница между состраданием и жалостью. Is this? Следующая. Pity thinks. Жалость думает. Oh, you poor thing. О, несчастный. Compassion thinks. Сострадание думает. You poor thing. Несчастный ты. Let me help you. Позволь мне помочь тебе. That's the difference. Вот в чем разница. Pity does not think how to help. Жалость не думает о том, как помочь. It just feels sorry. Она просто сожалеет. But compassion. Но сострадание. Compels you to move. Оно заставляет вас делать что-то. And to help the person. Помочь человеку. So you must realize. Итак, вы должны понять. That it is right. Что правильно делать. To think in line with the word of God. Когда мы начинаем думать соответственно Божьему Слову. To think with the mind of Christ. Когда мы начинаем думать как разум Христов. Which will be able to think the will of God. И разум Христов способен думать в соответствии с волей Божьей.
This is the great job of Christians. И это есть главная задача христианина. This is the hardest part of living a Christian life. Это является частью жатвы христианской жизни. Because we are surrounded. Потому что мы просто окружены by people, людьми, and by advertisements, рекламами, that try to keep us thinking like human. Которые пытаются нас заключить в человеческое мышление. But you are never told to think like a human. Но нам никогда Библия не говорит нигде, чтобы мы думали как люди. You are told to think with the mind of Christ. Библия говорит нам думать разумом Христовым. And you are told. И Библия говорит нам to think, думать, and bring into being, и чтобы становиться the will of God on this earth. Исполнителями воли Божьей на этой земле. You are told to walk, Библия говорит нам ходить like sons of God, как Божьи сыны, because that's who you are. Потому что мы как раз ими и являемся. In John chapter 1, Иоанна 1 главой, verse 12, 12 стихом, he tells us, он говорит нам, that as many as received him, а тем, которые приняли его, Jesus gave us power, authority, Иисус дал нам власть, to силу, to become the sons of God, чтобы называться детьми Божьими. That same apostle, и этот же апостол, wrote later, он написал in 1 John, chapter 3, позже, 1 главой, в 3, в 1 Иоанна 3 главой, and the words he used, и слова, которые он использовал при you этом, can hear him. Вы можете просто слышать его. You can hear the cry of his heart, вы можете слышать просто крик из его сердца, trying to get you to understand. Когда он пытается привести нас к пониманию. And he says, beloved, и он говорит, возлюбленные, behold, it means to look, to see. Это значит вот, посмотрите. To take notice. Заметьте. What manner of love? Какую любовь? That God has given to us. Бог дал нам. That we should be called. Чтобы мы могли называться. The sons of God. Детьми Божьими. That was so outstanding. Это было так удивительно. So amazing. Это было так изумительно. To a person in that time. Для людей того времени. That it was a miracle. Это было просто чудо. That he would even write that. Что он даже писал об этом. Because that type of statement. Потому что такое, такого рода заявление. Is the very thing. Это являлось как раз тем. That caused Jesus to be crucified. За что Иисус был распят. That's what led them to crucify him. Вот что привело их к тому, чтобы распять его. That's why the Jewish leaders hated him. Почему еврейские лидеры настолько ненавидели его? Because before this, потому что до этого, they had come to him, они пришли к нему, and they were fixing to stone him. И они пытались побить его камнями. And he said, for what good work do you stone me? И он говорит мне, за какое доброе дело вы хотите побить меня камнями? And they said, not for a good work. А они говорят, не за доброе дело. But because you being a man. Но потому что ты, будучи человеком, call yourself a son of God. Называешь себя сыном Божьим. And they were going to kill him for it. И они пытались убить его за это. And then later on. И позже. This apostle. Этот апостол, writes in a letter, который пишет в своем for послании everyone to read, для всех, чтобы все прочитали, saying, look at the type of love посмотрите, God has given us, какую любовь дал нам Бог, that we can call ourselves, чтобы мы назывались sons of God, детьми Божьими. And then he goes even beyond that, и потом он говорит, because there were people then, потому что были люди и в то время, that thought the same way people think today, которые думали таким же образом, как и многие люди сегодня. And he corrected the problem, и он пытался исправить эту проблему, before it even came up, даже прежде, чем она появилась. He said, now, и он говорит, теперь, are we the sons of God? Мы дети Божьи. And it doesn't yet appear, но мы еще не знаем, what we shall be, кем мы будем, какими мы будем. But we know, но мы знаем, that when he shows up, что когда Он явится, we're going to be just like мы будем подобными Ему. That's what he was saying. Вот о чем Он говорил. Because there are many people, потому что есть много людей, that were saying then, которые говорили и тогда, and people saying today, и люди говорят сегодня, that all of the goodness, что вся доброта, and all of the being in a position of a son, и положение сыновства, is going to happen on the other side, произойдет по ту сторону somewhere жизни. In the sweet by and by, когда-нибудь, когда мы закроем глаза, it's all going to be worth it then. И все это только оценится, когда мы умрем. And beloved, I'm telling you, но я скажу вам, it's all worth it now.
Это все имеет ценность сейчас. We don't have to wait to the other side. Нам не нужно ждать, пока мы умрем. Now are we the sons of God. Сейчас мы дети Божьи. Now are we the carriers. Мы сейчас носители of the Spirit of the living God. Духа живого Бога. The same Spirit. Того же Духа, that raises the dead, который воскрешает мертвых and caused all that we see to come into being. И все сотворил видимое, то, что That's было невидимо раньше. The spirit we have. Это и есть Дух, которым мы обладаем. И что преграждает вас к тому, чтобы увидеть это, что ваш разум не обновлен Словом Божиим. Что я имею в виду обновление разума? Я запоминаю Писание. My mother and my father. Моей мать и отец. They're both still alive. Они еще оба живы. And they have a parrot. И у них есть попугай. That quotes scripture. Который повторяет Писание. My mother has taught that parrot. Моя мать научила этого попугая. To sing Jesus loves me. Чтобы он пел Иисус меня любит. And she will put that parrot in front of the television. И она садила этого попугая возле телевизора. And if there is a jungle movie on. И если там какое-то было кино за джунгли. That parrot will hear the birds on television. Этот попугай он слушал птиц, как поют на телевидении. And when the birds on television make sounds. И когда они там производили какие-то звуки. That parrot will answer them. И этот попугай отвечал им. And if I walk into the room. И когда я заходил в комнату. And get near my mother. И не было рядом моей матери. This parrot. Этот попугай. Will tell me. Он говорил мне. That's my mother. That's what he says. That's my mother. Он говорил, это моя мама. The parrot says it's his mother. А попугай говорит, это моя мать. He's jealous of me. Он завидовал мне. He doesn't like it when I get near her. Он не любил, когда я подходил к ней. He will try to bite me if I get near her. Он пытался кусать меня, когда я подходил к ней. And I told him. И я говорил ему. He better die before they do. Надо, чтобы он вначале умер, прежде чем они умрут. If I get that bird, потому что если мне достанется этот попугай, I'll be looking for a recipe. Я буду искать рецепт. For fried parrot. Как приготовить жареного попугая? And I hope my mother's not watching. Я надеюсь, что моя мать не увидит этого. So, but the reason I said that is I want you to understand. Почему я сказал вам это? Я хочу, чтобы вы поняли. A parrot can memorize scripture. Что даже попугай может запоминать Писание. And can quote it. И может цитировать. And probably quote it more accurate. И цитировать, наверное, более точно. Because they don't make mistakes. Потому что попугаи не ошибаются. So it's not just memorizing scripture. Итак, но дело не заключается в том, чтобы только That doesn't mean your mind is renewed. Запоминать Писание. Это не обновляет ваш разум. Let me give you a quick story. Позвольте рассказать вам историю. I was in the southern US. Я был в южной части Соединенных Штатов. In Mississippi. В Миссисипи. Traveling to Florida. Я продвигался на Флориду. With my wife. Со своей женой. In our car. В нашей машине. I stopped to get a motel room. И мы остановились, чтобы переночевать в гостинице. And when I travel. И когда я путешествую, I stay in cheap motels. Я обычно останавливаюсь в дешевых мотелях. I don't spend a lot of money on motels. Я не трачу много денег на мотели. Which is one reason why my wife doesn't always travel with me. Почему моя жена и не всегда ездит со мной? But this night she was with me. Но в ту ночь она была со мной. And I went into this cheap motel. И я поселился в этом дешевом мотеле. And I wanted to know what the weather was supposed to be like. Я хотел узнать, какая же погода будет. So as I went in the first time. И когда я пошел первый раз, Turned on the television, я включил телевизор, went back out to my car, пошел в машину, to bring my books in, чтобы принести мои книги. Because it's like I'm moving every time. Потому что похоже на то, как я постоянно как будто переезжаю куда-то. One night, now I have a box of books. На один вечер у меня всегда много книг. And I'm carrying the books in. Итак, я несу все эти книги. And this is such a cheap motel. И это такой дешевый мотель. That it took a long time for the television to warm up. Что занимает долгое время, пока телевизор нагреется. But when I walked past the television. Но когда я прошел возле телевизора. It finally came on. Наконец-то появилась картина. And you never know what's going to be on it when it comes on. И неизвестно, что может быть там на экране, когда включается телевизор. So I put my books down. Итак, я положил свои книги.
And I'm walking past the television. И я прошел возле телевизора. And on the television was a woman. И на телевизоре была женщина. Sitting in a courtroom. Она сидела в комнате суда. Giving a testimony. Она предъявляла свидетельство. And all of a sudden. И вдруг. She started crying. Она начала плакать. And weeping. И рыдать. And shaking. И вся трястись. And as I was walking past. И когда я проходил возле телевизора. I saw her cry. Я увидел, как она плакала. And before I thought, и прежде чем я подумал, I reached my hand toward her, я протянул свою руку and was thinking, bless her, Lord. К ней и говорил: Господь, благослови ее. And then I realized, и тогда я понял, this was a movie. Это же кино. So I pulled my hand Итак, back. Я убрал свою руку. I looked around, я посмотрел вокруг. Because I didn't want my wife to see me я не хотел, stupid. Чтобы моя жена заметила эту глупость. And God spoke to me. И Бог проговорил ко мне. And he said, "Don't be ashamed of that." Он сказал: "Не стесняйся этого." That proves. Это доказывает то. That your mind is being renewed. Что твой разум обновлен. That before you thought. Что прежде даже чем ты подумал. You reached out your hand to help. Ты уже протянул свою руку, чтобы помочь. Because your mind is renewed. Потому что твой разум обновлен. To think to help. И ты готов помочь. And to bless. И благословить. Before thinking, how did they get that way? Прежде чем даже подумать, как они до такого опустились. I wonder if they did something bad. И я думал, действительно, может, они что-то плохое сделали. So that they deserve to be this так way. Что они бы заслуживали быть там на суде. My mind was being renewed. Но мой разум уже был обновлен. So how do you tell if your mind is being renewed? И как можно определить, обновлен ли ваш разум? Your mind is renewed. Ваш разум обновлен. Not when you think, не тогда, когда вы думаете. What does the Bible say? Что говорит Библия? Your mind is renewed, ваш разум обновлен. When you think, когда вы думаете. What the Bible says. Так, как говорит Библия. Do you understand that? Вы понимаете это? You understand the difference? Понимаете разницу? That's the difference. Вот в чем разница. When you think what it says, когда вы думаете, о чем говорит Библия. Not when you think, what does it say? Но вы не думаете, что она говорит, что говорит Библия. You say, how do you do that? И вы спросите, ну как же это делать? This is the struggle in Christianity. И это является борьбой в христианстве. Is to get your mind renewed. Чтобы обновить свой разум. So that you no longer have a struggle. Чтобы больше не было этой борьбы. And a fight. Чтобы не было сражения. Between your mind. Между вашим разумом. And your spirit. И вашим духом. That's why the two must line up. Так что два должны стать в одну линию. You say, okay, how do you do that? Вы спросите, ну как же это все-таки сделать? You're doing that right now. Вы делаете это сейчас. By the time we finish, к тому времени, когда мы закончим, your mind, ваш разум, will have been renewed a lot, будет намного обновлен. Concerning healing, вопросов, касающихся исцеления, and the power of God, силы Божьей, and the will of God, воли Божьей. Toward people. Касающиеся людей. But to do that, но чтобы сделать это, you have to have the word of God, вам нужно иметь Божье слово, taught to you, чтобы преподанное вам, or read it for yourself, или вы должны сами читать его, and it has to be rightly divided, и оно должно быть правильно разделено, understood, правильно воспринято, and taken in context. И рассмотрено в контексте. You can't just pull a scripture out. Вы не можете вытаскивать местописание. Whenever you read a scripture, когда бы вы ни читали Библию, you should always read at least 7 verses before. Всегда читайте хотя бы 7 стихов до этого. And at least 7 verses after. Или и хотя бы 7 стихов после этого. And that'll give you the context. И это позволит вам видеть все в контексте. For example, например, we all know the scripture. Мы все знаем место. Of Romans 8:14. Римлянам 8:14. It says, as many, где говорится, as are led by the Spirit of God, все водимые Духом Божьим, they are the sons of God. Сыны Божьи. And we have taken that scripture out of context. И мы взяли, вырвали это место из контекста. And we think, и мы думаем, that that means, что это значит, that we have to be led to do everything. Что нам нужно, чтобы Дух Святой водил нас, указывал, что делать. And we shouldn't do anything, и мы не должны делать ничего, unless we feel led to do it. До тех пор, пока мы не почувствуем повеление Духа. But that's not what that scripture says. Но там не говорится такого в этом месте. And when you read the whole chapter, и когда вы прочитаете всю главу, all of Romans 8, всю восьмую главу Римлянам, has nothing to do, и не имеет никакого отношения with being led to heal the sick, к
тому, чтобы быть водимым Духом к исцелению больных, or led to witness, или к тому, чтобы Дух повел вас свидетельствовать неверующим, the whole chapter вся глава is referring to one thing, говорит об одном. Mortifying the deeds of the flesh. Чтобы умертвить дела плоти. And that's the purpose of Romans 8:14. И это и есть цель 8 главы Римлянам. Is to let you know. Чтобы сообщить вам о том. That when you're mortifying the deeds of the flesh. Что когда вы умерщвляете дела плоти. You're being led by the Spirit. Тогда вы будете движимы Духом. And that's how you know you're born of God. И таким образом вы освободитесь. Узнаете о том, что вы рождены от Бога. Because the flesh, потому что плоть will never lead you, никогда не поведет вас, to kill the flesh, чтобы убить плоть. So you know when you're killing the flesh, и таким образом вы знаете, когда вы умерщвляете плоть, that it's the Spirit of God leading you to do it, что это Дух Божий ведет вас к этому. And you are always led, и вы всегда будете водимы Духом, by the Spirit, Духом Божьим, or by the flesh, или плотью. But you decide which it is. Но вы решаете, that's why we're commanded. Кому повиноваться. Поэтому нам дано повеление. Do you know, знаете ли вы, that you're never commanded, что нам никогда не повелено, to be led by the Spirit. Быть водимыми Духом. Never command you to. Никогда Библия нам не повелевает этого. You are commanded, но нам есть повеление, to walk in the Spirit. Ходить в Духе. Well, how do you walk in the Spirit? Как ходить в духе? You mortify the deeds of the flesh. Умерщвляете дела плоти. And you obey the word of God. И вы послушны слову Божьему. When you are obeying the word of God. Когда вы послушны Божьему слову. You are walking in the Spirit. Вы ходите в духе. And when you're walking in the Spirit. И когда вы ходите в духе. You know you're being led by the Spirit. Вы знаете, что вы водимы духом. So our job. Итак, наше задание. Remember, you're never commanded. Помните, что никогда нам не повелевает Писание. To be led by the Spirit. Быть водимыми Духом. You are commanded. Но нам повелевает Писание. To be filled with the Spirit. Быть наполненными Духом. And in Ephesians. И Ефесянам. It tells you how to be filled with the Spirit. Говорится о том, как быть наполненным Духом. And it says specifically. И говорится конкретно. Be being filled. Наполняйтесь Духом. With the Spirit. Святым. By speaking to yourself. Обращаясь к самим себе, with psalms, песнями, hymns, назидая себя гимнами, and spiritual songs, и духовными песнями. So as you do these things, когда вы делаете это, it is like a dynamo, это как, like a generator, как генератор, that generates the Spirit of God in you, как динамик, который вырабатывает Дух Божий в вас. Because the Bible says, потому что Библия говорит, that God, что Бог can do amazing, abundant things in you. Может делать великие дела в вас. It says exceedingly abundant. И даже превосходные дела. Things through you. Через вас. Things beyond what you can think or ask. Вещи больше вашего помышления или желания. And we all say amen, that's true. И мы все говорим аминь, это правда. But that's not the end of the scripture. Но этим не заканчивается это место Писания. It says that God can do these great and mighty things through you. Там говорится, что Бог может делать это через вас. According to, согласно, the power that works in you. Силе, действующей в вас. And the way that power works in you. И эта сила действует следующим образом. Is what Paul told Timothy. Когда Павел обращался к Тимофею, stir up the gift that's он говорит, возгревай дар, который в тебе. Well, how do you stir it up? Как возгревать дар? By speaking to yourself, обращая к себе, quoting the Bible to yourself, когда ты к себе цитируешь для себя Писание. Let me ask you a question. Задам вам вопрос. Why do you think that we always pray for you after we preach? Почему вы думаете, что мы всегда за вас молимся после проповеди? Because if we preach an hour, потому что когда мы проповедуем в течение часа, hopefully you're getting faith, мы надеемся, что вы получаете веру. But the number one reason, но номер один причина все-таки, is that while we're preaching to you, что в то время, когда мы проповедуем, we're stirring up the gift in us, мы возгреваем дух, дарование в себе. So that when we're done,
Так что, когда мы закончили проповедь, мы можем молиться о вас, and according to the power that's working in us, согласно с силой, действующей в нас. God can do amazing things. Бог может делать великие дела. Now, we don't have to preach first, нам не нужно вначале проповедовать, but it's a good way to do it. Но это хороший путь, because we're so stirred up. Потому что мы к этому времени так уже возгреты. We could heal first, мы можем исцелить вначале, and then preach. А потом проповедовать. But many times when you heal first, но во многих случаях, когда ты вначале исцеляешь людей, the people that get healed, люди, которые исцеляются, run off. Они уходят. And we don't get to preach to them. И потом они не слушают слова. So we preach first. Поэтому мы вначале проповедуем. Then we heal. А потом исцеляем. Amen. Аминь. That's what you'll do too. You watch. И вы будете так же делать. Посмотрите. Yeah. Where are we at time wise? How are we looking? It's 3 minutes till 9. Okay. Oh, we're good. Okay. Let's keep going. Будем now, продолжать. Remember this. We were talking about the old covenant. Помните старый завет? As compared to the new covenant. В сравнении с Новым Заветом. Here's why God, one reason why God had to create a new covenant. Вот почему Богу нужно было заключить Новый Завет. Now we've already said that the old covenant did not meet the need of man. Мы уже говорили о том, что Старый Завет не отвечал на запросы человека. It was a temporary measure. Это было временное решение. But whenever it was time, но когда пришло время, God put the new covenant in effect. Бог впустил в действие, включил в действие Новый Завет. Now we know, мы знаем, that God's nature, что Божья природа never changes. Никогда не изменяется. He is the same, Он тот же самый. Yesterday, today, and forever. Вчера, сегодня и вовеки. Аминь. Аминь. But, но, if you look at the old and new covenant, когда вы посмотрите на Старый и Новый Завет, as we would say, the old and new testament of the Bible, когда по-русски это одинаково звучит, что завет, завет книга, что завет как завет. Many people have a problem. У многих людей есть проблема with the God of the Old Testament, с Богом Старого Завета. And say, this can't be the same God that's in the New Testament. И мы говорим, что это не может быть тот же Бог и в Старом Завете, который и в Новом. Because the God of the Old Testament, потому что Бог Старого Завета was mean, был злой Бог. And always bringing things upon people, он постоянно наводил на людей бедствия. And commanding the Israelites to kill people, и он повелевал израильтянам убивать других людей. And that can't be the same God we see in the New Testament. Не может быть это тот же Бог, который и в Новом Завете. But the difference is this. Но разница заключается в следующем. The old covenant. Старый Завет. In that old covenant. В этом Старом Завете. Because of man's fallen nature. По причине падшей человеческой природы. God had to deal with man based on his sin. Богу нужно было поступать с человеком соответственно его греху. Jesus hadn't come yet. Иисус еще не пришел. That's why they were always saying he's coming. Вот поэтому они всегда предрекали, он грядет. Because they knew when he came, потому что они знали, что когда он придет, things would be different. Вещи изменятся. Even the language of the Old Testament, даже язык Старого Завета, shows the difference. Показывает разницу. The word atonement, слово искупление, is an old covenant word. Это старозаветнее слово. It's not a new covenant word. Это не новозаветнее слово. Your sins were not atoned. Ваши грехи не были искуплены. Only the Old Testament saints, только старозаветные святые, had their sins atoned, получали свои грехи, искупление своих грехов. Because the word atonement, потому что слово искупление, or to atone, или искупить, means to cover, это значит покрыть, as in to hide from sight, как будто закрыть от своего взгляда. So God created a religion, итак, Бог создал религию under the old covenant, в Старого Завета, that did not do away with the sins, которая не уничтожала грех, but they were just hidden, но просто грех был спрятан from his sight, от Божьего зрения, by the blood of bulls and goats, через кровь козлов и быков, until the next year, до следующего года. And every year, и каждый год, the high priest, первосвященник, had to do it again, он должен был повторять это заново, which proves, что и доказывает, that that blood, что кровь этих животных, козлов и тельцов, was not good enough, не было достаточно to do it forever,
чтобы искупить навсегда. And if you read in Hebrews, и если вы читаете послание евреям, it discusses this. Об этом говорится больше. Because Jesus, потому что Иисус, when he offered up his blood, когда Он принес Свою кровь, he only did it one time. Он сделал это однажды. Because his blood, потому что Его кровь is better than the blood, лучше крови of bulls and goats. Козлов и тельцов. His blood, Его кровь not just covers the sin, не просто покрывает грех, but brings remission of sin. Но она уничтожает грех. It takes it away. Она его убирает. Your sins are not hiding. Ваши грехи больше не спрятаны. Waiting to come upon you. И ожидают дня, когда снова навалится на вас. Your sins have been washed away. Ваши грехи смыты. And you are clean. И вы чисты. Because you are in Christ. Потому что вы во Христе. And you have accepted the value of His blood. И вы приняли ценность Его крови. And when you try to go back under the old covenant. Но когда вы пытаетесь возвратиться к Старому Завету. And do things the way they did them. И делать вещи образом Старого Завета. What you're saying. Что вы этим говорите? Is that you are counting the blood of Jesus. Что вы считаете кровь Иисуса. As no better. Как недостаточной than the blood of bulls and goats. И не более драгоценной, чем кровь козлов и тельцов. And Paul told the Hebrews, и Павел говорит евреям, that you trampled the blood of Jesus underfoot. Что вы топчетесь на крови Иисуса. That's what he was talking about. И вот о чем он и говорил. When he said that if you go back under the law, когда он говорит, что если вы возвращаетесь под закон, you're stepping on the blood of Jesus, вы топчетесь на крови Иисуса. And he says, there is no more forgiveness of sin. И говорит, таким людям нет прощения грехов. Because now you have counted your forgiveness. Потому что теперь вы посчитали свое прощение. You have decided, вы решили, that the means that Jesus decided to use, что те средства, которые Иисус использовал, to remove your sins, чтобы удалить ваш грех, is not good enough. Недостаточны. And you have to finish the work. И вам нужно закончить работу Иисуса. By trying to live perfect and keep the law. Стараясь жить совершенной жизнью, безупречной жизнью, исполняя That's закон. What he was referring to. Вот к чему он обращал внимание этих людей. That's why Paul was so against it. Поэтому Павел был настолько против этого. And he said that that Jesus Christ. И он говорил, что Иисус is the end. Он является конец of the law закона for all those that have faith in him. Всех его предшественников. Now, this is how you heal the sick. Вот каким образом вы исцеляете больных. You understand that you are in Christ. Вы понимаете, что вы во Христе. And it is no longer you that live. И теперь уже не вы живете. But Christ who lives through you. Но Христос в вас. And when you understand that. И когда вы понимаете это. You understand. Вы понимаете. That when you stand before God. Когда вы предстанете перед Богом. You represent the people. Before God. Вернее, когда вы стоите перед Ним, вы представляете людей. And then whenever you come out of your prayer room. Людей к Богу молитвенно, и когда вы выходите из комнаты молитвы своей, and you stand before people, as I do tonight, и вы стоите перед людьми, that you understand, и вы понимаете, that you represent God to что the people. Вы представляете этим людям Бога. That's one of the words that I speak to you. Вот эти слова я и говорю вам. Are not the words of a person. Которые я говорю вам, это не слова человека. Are the words of a man. Не слова людей. That comes crawling in. Который не просто вкрадывается as worthless, и представляет себя неценным, trying to do something to win God's favor, который пытается заслужить расположение Бога через дела. But I come to represent God. Но я перед вами представляю Бога. And I speak His words. И я говорю Его слово. And hopefully, и надеюсь, if I do my job well, что если я сделаю свою работу правильно, you will not notice me, что вы не заметите меня, but you will hear the voice of God но вы in what I say, услышите Слово Божие через то, что and я you говорю. Will receive His word, и вы примете Его Слово. And you will understand what it means, и вы поймете, что это значит. When we are told to come boldly before когда the throne, Писание говорит нам приходить с дерзновением к престолу благодати. We are told to come boldly, нам сказано приходить с дерзновением before the throne of grace, перед престолом благодати, that we can obtain help, чтобы мы могли обрести помощь, in a time of need. Обрести милость для благовременной помощи, благодати. Jesus said,
Иисус сказал, if you receive the one I send, если вы принимаете Слово, you receive me. Вы принимаете Меня. So when I stand before you, итак, когда я стою перед вами, I don't stand in my own power. Я не стою со своей I don't личной stand силой, in my own holiness. Со своей святостью, I don't stand based upon how much I fast основываясь or pray. На том, сколько я постился или молился. I stand before you, я стою перед вами, based on the goodness, основываясь на благости and the faithfulness и верности of Jesus Christ. Иисуса Христа. And I speak His words. И я произношу Его слова. And if I speak His words, и когда я говорю Его слова, His words, Его слова, are spirit and they are life. Они дух и жизнь. He said He sent His words, Он сказал, Он послал Свое Слово and healed them. И исцелил их. He said His words, Он сказал, Его Слово are health and life. Оно есть помощь to и жизнь their flesh. Для всякой плоти. So I do not speak my own Поэтому words. Я не произношу свои слова. If I came here to represent Если me, бы я пришел сюда для представить самого себя or to represent John Lake, или представить Джона Лейка, then I would stand before you тогда бы я стоял перед вами in trembling, в трепете and in weakness, и в слабости. And I would have nothing to say to you, и у меня бы не было чего because предложить I would вам. Know that in Curry Blake, потому что я знал бы, что в Curry Blake there is no power, нет силы. There's no hope in that name. Нет надежды в его имени. But I don't come to you in my name. Но я не пришел вам со своим именем. I come to you in the name of Jesus. Я пришел к вам во имя Иисуса. And in the name of Jesus Christ. И во имя Иисуса. Everything. Все. That has a name. Все, что именуется, must bow its knee. Должно преклонить свое колено. To the name of Jesus. Перед именем Иисуса. Amen. Amen. You're not looking at a man. Вы не смотрите на человека. You're listening to the voice of God. Вы слушаете голос Божий. And the beauty of this message. И красота этого слова. Which is the gospel. Которое является Евангелием. Is the fact. Заключается. That you. В том, что вы. If you can forget who you are. Если вы можете забыть, кто вы. If you can forget your past. Если вы можете забыть свое прошлое. And begin to act and speak. И начнете говорить и поступать, based on what Jesus has done, основываясь на том, что Иисус сделал. If you can speak His words, когда вы начнете говорить Его слова, then His words in your mouth, тогда Его слова в ваших устах will have the same power, будут иметь ту же силу, as His words have in my mouth, как Его слова в моих устах, and that His words had in His mouth. И как Его слова были в Его устах. This is the secret of the gospel. Вот в чем секрет Евангелия. This is the difference between Christianity, вот в чем разница между христианством and Buddhism. И буддизмом. You can quote Buddha's words, вы можете цитировать слова Будды, and the dead don't get up. И мертвые не встают. You can quote Muhammad's words, вы можете цитировать слова Мухаммеда, and the dead don't get up. И мертвые не встают. You can quote the words of Hindu script, и можете цитировать слова индуистов, and the blind eyes don't open. И слепые глаза не откроются. And you don't have to know scripture. И вам даже не нужно знать Писание. You don't have to know chapter and verse. Вам не нужно знать место и стиха. But if you know the one that the Но chapter если вы знаете того, кто написал этот стих, can speak in His name. Вы можете произнести во имя Его. You don't even have to preach. Вам не нужно даже проповедовать. You can say in the name of Вы можете сказать во имя Иисуса. And you can lay your hands out. Можете возложить руки. And His life will pour through и Его you. Жизнь будет проистекать через sick вас. Will be healed. И больные будут исцеленными. And the dead will rise. И мертвые воскреснут. Blind eyes will open. Слепые увидят. Because all of heaven and hell, потому что небо и земля, recognize, они признают, the value, ценность, and the power, и силу of that name, этого имени, that's above every name, которое превыше всякого just имени, as I read to you last night, как я читал вам вечером вчера, in Acts chapter 3, третьей главой Деяния, Peter didn't preach, Петр не проповедовал, until after he healed the lame man, до того времени, пока он не исцелил больного, he said, what I got, он сказал, то, что я имею, I give you, я тебе даю, and he gave the name of Jesus, и он дал ему имя Иисуса, he said, in that name, Он сказал, во имя Иисуса, вставай и ходи. And he took him by the hand Он and взял lifted его him up. За руку и поднял его. He didn't preach a sermon. Он не проповедовал he проповедь. Healed the sick as Он a demonstration. Исцелил больного как демонстрация. And this is what we are to do. И вот чем мы должны заниматься. You don't see Jesus. Вы не видите Иисуса. Educating people. Вы не ищете Иисуса, чтобы научить людей into being healed. Чтобы они приняли исцеление. You see him healing the sick.
Но вы просто провозглашаете его исцеление. Мы не видим, прошу прощения, мы не видим, чтобы Иисус искал людей и учил их об исцелении. Он просто исцелял их. This is the difference between the church today and Jesus. Вот в чем разница между сегодняшней церковью и между Иисусом. The church today. Сегодняшняя церковь. We come in and we take the Bible. Мы приходим, мы берем Библию. And we prove that healing is real. И мы доказываем, что исцеление существует. By using the scripture. Опираясь на места Писания. We prove healing is for today. Мы доказываем, что исцеление работает сегодня. By using the word of God. Основываясь на Слове Божьем. Jesus didn't do that. Иисус этого не делал. We've got it backwards. Мы все поняли наоборот. Jesus proved the word of God. Иисус вначале доказывал Слово Божье. By healing the sick. Исцеляя больных. He said, if you don't believe the things I say. И он говорил, если вы не верите тому, что я говорю, тогда поверьте делам. He said, the works that I do. Он говорил, дела, которые я делаю. Are for the purpose of verifying what I say. Они с той целью, чтобы подтверждать то, о чем я говорю. And we try to use the words. А мы пытаемся использовать слова. To verify the works. Чтобы подтвердить дела. And then we wonder why we don't see more power, more healing. И потом мы удивляемся, почему мы не видим больше силы Божьей являющейся. It's because we've got the message backwards. Потому что мы делаем все наоборот. Do you realize that Jesus? Вы понимаете, что Иисус? Never apologized. Никогда не извинялся. He never gave an excuse. Он никогда не извинялся. He never tried to make the people understand. Он никогда не пытался, чтобы люди поняли. He always just did what his father would do. Он просто делал то, чтобы его отец бы делал. Even though it made the religious people mad. Даже хотя это приводило религиозных лидеров в зло. Because he did it on the wrong day. Потому что он делал не в тот день. And he didn't even apologize for that. И он даже за это не извинялся. He said that man wasn't made for that day. Он говорил, что he said that day, the Sabbath. Он говорил, что этот день, суббота, was made for man. Был создан для человека. And he made the religious people mad. И поэтому религиозные люди, они сердились на него. And he didn't apologize. И он не извинялся. And he didn't try to convince. Он не пытался убедить их. He made it very plain. Он просто делал все очень просто. He was so narrow-minded. Он был таким узкомыслящим. He didn't make apologies. Он не извинялся. He said, this is the way it is. Он говорил, вот так вот должно быть. He didn't быть. Say, you choose which way you want to do it. Он не говорил, можете выбирать, как вы хотите поступать. He said, he didn't say, you can do it this way or that. Он не говорил, можно так сделать или так. He said, the words that I speak to you он are говорил, life. Слова, которые я говорю вам. He said, I am the one that you must believe in. И он говорил, я тот, в которого вы должны поверить. If you don't repent, и он говорил, если вы не покаетесь, you will die in your sins. Вы умрете во грехах ваших. He said, there is no other way to the Father. И он говорил, нет другого пути к Отцу. He said, I am it. Я есть тот путь. You make the choice. Вы сделаете выбор. You live or you die. Вы живете или вы умрете. But if you don't come through me, но если вы не придете через меня, you ain't getting there. Вы не попадете туда. But what do we do today? Но что мы делаем сегодня? We try to ease people in. Мы пытаемся людей заманить. We try to make it easy. Мы пытаемся упростить. We don't want to draw a line. Мы не хотим провести линию, Because черту. When you draw a line, потому что когда мы проводим черту, you're going to cut people out. Тогда люди некоторые придется их отстранить. But I'm telling you, но я скажу вам, draw the line. Проведите черту. And the people, и люди, that love God, которые любят Бога, will cross the line, они перейдут за эту черту. And they will serve God. И они будут служить Богу. And the ones that don't, и те, которые не будут, stay outside, они останутся вне. Because they don't want God. Потому что они не нуждаются в Боге. So we need to draw the line. Поэтому нам нужно провести черту. And be very clear. И быть очень ясными. Because instead, в другом же случае, if we're not clear, если мы не будем четкими, we give people a false hope. Мы даем людям ложную надежду. Jesus said, Иисус сказал, many are going to try to get in, много попытаются войти, but few there be that find the way. Но немногие найдут путь. You can't make the way great. Вы не можете расширить путь. You can't make it wide. Не можете его сделать широким. It is narrow. Он узкий. And that narrow way is Jesus. И этот узкий путь и that есть narrow Иисус. Way is
loving God. Этот узкий путь есть любить Бога. With all your heart, mind, soul, всем своим сердцем, душой и духом. And loving your neighbor as yourself. И любить ближнего как самого себя. Meaning you do to them what you would have done to you. Это значит, что вы поступаете с ними так, как бы вы хотели, чтобы с вами поступили. Amen. Аминь. Take a break. Хорошо, возьмите перерыв.